очень многие хотят какого-то конкретного и достаточно простого ответа. А что сделать? Им говорят, все, иди поставь подпись. У людей есть потребность продемонстрировать то, что они против. Нам нужно дать людям возможность. Вот в чем задача сопротивления? Предоставить людям возможность. Многие не верят в Надеждина, многие не верят в его независимость. Многие не связываются Надежды с Надеждином, извините. Да? Но это очереди за Надеждой, это очереди надежды, что есть возможность как-то выразить свое отношение. То, что сделал Максим, очень наглядно иллюстрирует то, что у людей есть запрос. И это был всего лишь один ролик одного человека, да, очень важного, с огромной аудиторией и так далее. Я к чему это говорю? Что нам нужно дать людям возможность. Вот в чем задача сопротивления? Предоставить людям возможность. У нас не стадо баранов, наши единомышленники. Они сами каждый принимают решение.